В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав – это две разные процедуры. И пока они обе необходимы, если вы собираетесь совершать операции с недвижимостью. Создание же единого реестра даст возможность одновременно подавать документы. А значит, бумажная волокита останется в прошлом. И собственники смогут сэкономить самое главное – время и нервы. Сегодня закон предусматривает для каждой из отдельных процедур по 10 рабочих дней, как максимальный срок. Новый закон говорит о том, что и новая практика говорит о том, что оба действия могут производить за 10 дней по совокупности. Новая процедура запустится уже с января 2017 года. Документы на регистрацию прав и кадастровый учет можно будет подавать в любом офисе, вне зависимости от того, где находится ваш объект. Услугу можно будет получить и в электронном виде. Все записи единого реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе данных с высокой степенью безопасности. Это позволит сократить до минимума угрозу мошенничества. Самарские собственники уже привыкают к новым возможностям. В этом году больше половины обращений, полученных филиалом, поступило через интернет. Первое время будет в любом случае, наверное, что-то. Какие-то неполадки, как обычно. Но я надеюсь, то, что в дальнейшем все-таки стабилизируется все это. Все-таки 21 век на дворе, прогресс не стоит на месте. Среди новшеств и повышенные требования к кадастровым инженерам. Теперь оценщик должен иметь спецобразование, опыт работы в этой сфере не менее 2 лет, а также состоять в саморегулируемой организации. В перспективе это тоже должно повлиять на уровень защищенности прав собственников. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, Константин Головин. События.